Насколько хорошо вы знаете народы России, их культуру и обычаи? Проверить свои знания можно будет завтра, 2 ноября. По всей стране пройдет большой этнографический диктант. 30 вопросов, 20 общие для всех, 10 региональные. На выполнение 45 минут. В Чувашии написать диктант можно будет на 13 площадках, в вузах, техникумах, школах, библиотеках, а также в режиме онлайн на сайте большого этнографического диктанта. Дистанционно пройти тест можно до 5 ноября. Правильные ответы на вопросы опубликуют 10 ноября, а результаты 12 декабря. Акция пройдет в третий раз подряд. В прошлом году свои знания проверили 900 жителей республики.